Христос воскресе в мертвых, смерти в смерть убрал, Иисусу провечный Бог даровал. Христос воскресе в мертвых, смерти в смерть убрал, Иисусу провечный Бог даровал. Христос воскресе в мертвых, смерти в смерть побрал, Иисус чего ради живо даровал. Ну вот у нас сегодня стоит задача завершить достойно тоже наше, как будто бы неплохо начавшееся дело. Да. И у нас сегодня один доклад, Борис Кириллович, вот вы один, но все-таки мы просим укладываться в объявленный регламент, вот, хотя вас никто не пропирает, как говорится, снизу. Вы сами объявите тему вашего доклада, Борис Кириллович, Кноры, Москва. Я постараюсь долго не задерживать слушающих, постараюсь злоупотреблять доверием. Нет, ваше время — это ваше время, что им злоупотребляете. Ну, это примерно минут 15, да? 20, да, так и еще вопрос. Спасибо. Ну, собственно говоря, тема моего доклада. Простите, только вот у меня вопрос. Нашел мобильный, все, я буду следить, чтобы время. Это вы можете не поручить. Ну, мы сами. Да. Тема доклада, ну, тут немного, может быть, она отличается несколько в другом аспекте она проходит, чем то, что было, является основным для конференции. Я рассматриваю социокультурные аспекты церковной жизни, то есть, собственно говоря, стараюсь ответить на вопрос, а что, как вообще церковные богословские утверждения, догматы, как приверженность церковной жизни, как сама по себе церковная традиция проявляется в реальности. Вот, то есть, что является реальным отражением веры и восприятия евангельского идеала, ну или так сказать, его искажения, может быть, но так или иначе попытки восприятия и попытки жизни в церкви. Собственно говоря, я сделаю только небольшие оговорки, потому что может показаться, что мои исследования направлены на решение вопроса, как сделать церковь социальным институтом. Нет, я не ставлю такой вопрос. Хотя я говорю о реальных, о социальных выражениях, о миссии церкви, о рассматриваю вопрос образования, организационные формы образовательные, которые связаны с Русской Православной Церковью. Ну, я сосредоточусь на Русской Православной Церкви, тоже оговорка необходимая. И рассматриваю центры социального служения, рассматриваю те или иные социальные инициативы, не для того, чтобы вот именно решать вопрос социального института церкви, а для того, чтобы посмотреть, как евангельский идеал выражается в жизни. То есть, собственно говоря, согласно словам Христа, по плодам их узнаете их. Словам, которые говорят о том, что дерево доброе не может приносить злые плоды. Что если, соответственно, есть какие-то плоды, какие-то сомнительные, не те, то значит надо подумать, что что-то не так
много в дереве, или в том, как там оно растет, или в том, в тех условиях, в которых оно находится. То есть, так или иначе, вот эта проблема релевантности самого по себе богословского сознания, это может быть ее просто оставить открытой, по-моему, не знаю, там мало людей уходит. Так что, в принципе. А, ну если так главное, что вот. Поэтому почему такой вопрос я задаю? Потому что, ну, я тоже сделал оговорку, я работал в Центральном отделе международного образования, катехизации, работал какое-то время в православной церковной энциклопедии, работал в других церковных структурах. И в свое время очень так идеалистически, ну, моя уже вина, конечно, но смотрел, с некоторыми надеждами смотрел на перспективы православного образования, на создание православных гимназий. Действительно, есть очень хорошие результаты среди православных гимназий, когда восстанавливалось или заново реконструировалось обучение древним языкам, древнегреческому языку, латинскому языку. Даже в некоторых гимназиях санскрит изучали. Там. Вот. Просто действительно эти гимназии давали, есть несколько гимназий, которые давали очень хорошее образование. И люди поступали легко очень, ну, абсолютно легко поступали в вузы, в университет, в лучшие вузы. И становились действительно учеными. Я просто сейчас знаю людей, которые являются уже международно известными, которые вот из этих гимназий вышли. Но самое интересное, что наоборот, что эти гимназии, что в целом, если смотреть в целом ситуацию, то гимназии, конечно, поступают очень сильно, православные гимназии очень сильно поступают светским школам, несмотря на то, что они организованы церковью или при содействии церкви. Социальные центры, опять-таки, реабилитации сильно уступают тому, что делают протестанты. Протестанты, ну, на порядок больше, на порядок лучше проводят курсы реабилитации там, разных зависимостей, алкогольной зависимости, там, вообще социальной адаптации людей, которые были выключены из жизни, может быть, бывших заключенных. Вот. Русская православная церковь, есть опять-таки отдельные центры, но это исключение, это очаги. Кроме того, работая над организацией рождественских чтений, конференции, которая это такой мегафорум, который проходил уже 20 лет подряд, он проходит, и в котором обсуждались вопросы взаимодействия церкви и общества, церковь и наука, церковь и медицина, церковь и экология, церковь и искусство, вопросы культуры, взаимодействия с музеями, ну и с образованием, то есть, собственно говоря, тематика самая широкая, и секции, там было примерно 140 секций в этом мега-конференции, 140 секций. Но опять-таки, видя, как организуются конференции, как проходят, какие результаты она дает, как публикуются доклады, вернее, не публикуются, видно было, что КПД такого огромного мероприятия, огромного начинания, очень низкое, то есть, ну, стремящееся там, если не к нулю, но к каким-то таким очень низким единицам. И возникает вопрос, почему так? Кроме того, еще важный момент, с которым, может быть, не все согласятся, но по моим наблюдениям, опять-таки, в церковных организациях, в организациях, которые образованы церковью, я имею в виду не приход, а, ну, приход тоже, но не только приход, организацию, ту же организацию, книжное издательство, там, те же организации, которые выполняют какую-то работу, но опять-таки организованы церковью, или людьми церковными, или они по благословению духовника, или под руководством какого-то духовника организуются. Опять-таки, в таких организациях конфликтность выше, чем в светских. Вот степень интриг, степень какого-то вот разбирательства по поводу того, кто виноват, кто прав, и вообще вместо того, чтобы реально делать работу, а степень того, как бы вообще не сделать что-то неправильное или вообще субординацию не нарушить по отношению там, к начальнику или еще что-то другое. Вот, получается, что удивительный вопрос, почему в церкви, которая является собой все-таки, ну, церковный социум, предполагается, что это социум, который является собой более совершенный вид организации и отношений между людьми, оказывается более вот конфликтным, более несовершенным с многих позиций, чем светские организации. Вот. На этот вопрос можно отвечать по-разному, но есть еще одна тема очень болезненная,
который заставляет задуматься вот над стереотипами, над традициями, и как раз на которые, на вопрос, который как раз отчасти отвечает, или позволяет дальше отвечать протоиерею, протопресвитеру Александру Шмелову. Это тема расцерковления. 2004, ну где-то вот после нулевых, у нас пошел такой процесс, в Москве, по крайней мере, об этом стали говорить, но очень притаенно, очень негромко, о том, что люди устают от церкви. То есть 90-е, и это имеется в виду люди, которые пришли в церковь, естественно, речь идет, не идет там, вообще об обществе российском как таковом, большинство людей не церковных, вообще не знают церковной жизни. Вот, хотя, но тем не менее, есть определенная группа или субкультура, или церковное сообщество, есть определенное количество людей, может быть, 3-4% людей, которые глубоко оказались все-таки, ну, так или иначе, погружены в церковную жизнь, а еще меньше процентов. Есть люди, которые стали работать просто в рамках сознания церковных задач и тех самых церковных организаций, о которых я говорил. Но факт, коллизия состояла в том, что люди стали уходить из, не только из организации, но и из приходской жизни, а иногда из церкви вообще, отрекаясь от христианства как такового. И такие примеры есть, их немало. То, что в московской иерархии о них мало говорят, вот это уже тоже само по себе вызывает вопрос. В прошлом году, год, примерно полтора года назад, эта тема была открыта, наконец заявлена. И ее никто не мог возразить, даже со стороны иерархов церкви, со стороны начальства церковного, что такая тема надумана. Это действительно ситуация, которая может быть сопоставима с тем, что происходило в Польше как, где-то 15-10 лет назад, только в католичестве, когда происходила некоторая индивидуализация католического сознания вообще людей, которые принадлежат католической церкви. Собственно говоря, тоже наше расцерковление в России, оно в большей степени связано с индивидуализацией. Человек решает, вот это я буду выбирать, а вот это я не буду. То есть, ну, допустим, причащаться я могу, но вот значит, ходить там на службу я не буду, или там соблюдать какие-то правила церковные, там, семейной жизни. Ну, опять-таки, ну зачем? Ну, это я не буду, это меня не устраивает. Вот, а вот это устраивает, вот это вот нужно. Вот. Или, допустим, вообще недоверие к институту церкви. И это все заставляет задуматься, что, конечно, можно сказать, что это люди сами виноваты, что их вера слабая, вот, ну, им же хуже как-то. В общем-то, так и церковные официальные у нас были заявления какие-то, которые как раз таким, в таком ключе и рассуждали. Но с другой стороны, можно задуматься о том, что и сама церковная система, сама традиция, которая сложилась или которая восстановилась после 90-х в России, она как-то вот не способствует последовательному возрастанию тех людей, которые пришли в церковь, последовательному сплочению или аккумуляции опыта духовной жизни, который позволял бы, собственно говоря, и балансировать организацию людей, и их внутреннюю самоорганизацию, и общественную. Ну и вот, собственно говоря, когда были изданы дневники Шмемана, то это издание, это событие, действительно, оно позволило вообще-то начать самокритику, такую саморефлексию церкви над тем, что происходит. В частности, главным образом, я, конечно, обращу внимание на проблему идеологизации или проблему идолов. Как отец Александр Шмеман писал о том, что отождествление веры, христианства, церкви с благочестием, с какой-то одновременно сентиментальной, фанатической религиозностью, как все это утомительно, как, так же, как разговоры об уставе, о духовности и весь этот испуг, рабство. Жизнь с избытком, Царство Божие, низведенное на степень благочестия, и за всем этим этот страстный интерес к самому себе, к своей духовности, всегда занимающий меня вопрос, почему все это столь многих людей так неудержимо привлекает. Дальше отец Александр писал о церковности, собственно, как таковой, о субкультуре церковной жизни, о том, что это тоже становится своего рода схематизмом, своего рода идолом. Он пишет замечательные слова,
церковность должна была бы освобождать, но в теперешней ее тональности она не освобождает, а порабощает, сужает, обедняет. Человек начинает интересоваться старым и новым стилями, епископскими склоками или же всяческой елейностью. И духовность он начинает воспринимать как необходимость читать скверные книги, ужасающие по своей бедности и риторике, всякие брошюрки о чудесах, чудотворных иконах, всякую сомнительную поповщину, все время болтать на религиозные темы. Вместо того, чтобы учить его по-своему смотреть на мир и на жизнь, церковь учит его смотреть на самого себя. Вместо того, чтобы по-новому принять самого себя и свою жизнь, он считает своим долгом натягивать на себя какой-то безличный, закопченный постным маслом, пропавший камзол так называемого благочестия. То есть слова очень резкие, очень образные, которые просто вот действительно показывают, на самом деле ставят под вопрос. Можно подумать, ну что это значит вообще субкультура, это... Традиция, которая в церкви вырабатывается, она, получается, ведет к деградации, а не к совершенству. Это вопрос, это то, что заставляет задуматься. Я не хочу вот как-то говорить в форме ответа, просто то, что я скажу, то, что я скорее хотел бы, чтобы это воспринималось тоже как вопрос. Когда я просто попытался понять, как это действительно отражается в реальной церковной жизни, и вот еще... Другой момент, когда отец Александр Шмеман говорит о смирении, потому что вот в рамках такой церковности, реальной практики церковности, не идеала церкви, а реальной практики, есть такой феномен, как лжесмирение или псевдосмирение, которое выражается иногда просто в ханжестве, иногда просто в таком следовании или отсутствии критической нравственной оценки на происходящее. Ничего не стою, я должен смиряться, я не должен оценивать критически какие-то вещи, а тем более в церковном мире. Наоборот, вот в светском мире я все буду оценивать, все можно с точки зрения церковности оценить, как там негативное многое очень хорошо так это иллюстрируется. А вот то, что касается моей церковной среды, нет, я не буду это оценить, я же вот как бы недостойный, я не имею права. И вот это отец Александр называл лжесмирением или так вот именно... отсутствием возможности нравственной оценки происходящего, которая редуцируется в определенной средой. Но насколько такая ситуация характерна для современности? Действительно, я хотел бы остановиться на этом вопросе, что в 90-е годы в России вот этот феномен получил гораздо даже большее выражение, чем то, которое видел отец Александр в Штатах, ну и вообще в Европе, и в разных странах, и в церковной среде в разных странах. Известно такой феномен, как, я его называю, стилистика смирения или эстетизация слабости. Когда люди, которые приходили в церковь в 90-е, стали выражать своим видом как бы отвержение мира, при этом это характерные черты этого выражение этого отражения, это потупленный взор, такой как бы устремленный в пол или в асфальт. Это некоторая бледность такая вот взгляда, это определенная стилистика вот действительно самоумаления. С одной стороны, я тоже не могу сказать, что это не имеет права быть, потому что здесь попытка следования, попытка стилистического подражание образом святых, образом те, которые видятся на иконах, ну и, конечно, монашество, образом, который выработан в монашестве. Но, превращаясь вот в некоторую субкультуру, такая традиция становится, оказалась вообще своего рода тоже идеологией или своего рода даже схемой. Более того, это стало фиксироваться в разных книгах. Это не просто частный случай, это не просто традиция. Это уже то, что стало оформляться просто в систему. Даже есть несколько книг, которые так называются, церковный этикет или церковный протокол. Есть книга Владыки Марка Егорьевского, где не так там жестко это все описано. Но есть, допустим, книга иеромонаха Аристарха Лоханова «Что нужно знать о церковном этикете». И вот там прямо написано, что очень часто именно взгляд кроткий, смиренный, потупленный, сразу же говорит о человеке воспитанном, в нашем случае церковном. То есть, получается, если взгляд не потупленный, то человек
воспитанный с точки зрения церкви. И действительно, я с такой ситуацией встречался в синодальном отделе Госсобрания, где я работал. Там прямо людей, которые не имели такого взгляда, и просто даже в профессиональном плане обличали, говорили, что знаете, что чего вы тут можете делать, когда вы вот с таким взглядом, вы вот так вот вообще, вы себя несмиренно вообще держите, вы себя несмиренно ведете. Более того, в своем ЖЖ, когда я эту тему открыл, то часть людей из бывших, ну из церковных людей в том числе, жаловались на то, что их просто-напросто в духовных училищах в разных, ну в частности, в духовных училищах бывает, заставляли делать разные послушания дополнительные, допустим, кого-то заставляли там даже вот, там, наряд дополнительный на кухню или там, мыть туалеты, были крайние совсем случаи такие. Вот. Но, во всяком случае, отсутствие вот этого потупленного взгляда действительно являлось причиной для того, чтобы получить какие-то санкции со стороны начальства. И здесь хотелось бы остановиться на таком стереотипе, о котором отец Александр говорит как раз очень четко. Он говорит о том, что о радости в церкви, о том, что религия радости, вообще не, ну, наша религия, наше христианство, оно в своей практике не оказалось религией радости. То есть самая главная радость — это радость о благовестии, вообще благая весть, это радостная весть Евангелия. Она вот оказывается на втором месте, на первом месте оказывается категория вины, религия вины, как он говорит, религия вины — все это соблазн. Религия вины не освобождает от греха. Как бы мы не акцентировали внимание на своей виноватости, она не освобождает от греха. То есть человек все равно продолжает быть связанным, продолжает быть скованным теми же сетями мира, от которых он бежит. Но как выражается эта вина в реальной жизни церкви? Здесь опять-таки я бы хотел немного проиллюстрировать. Религия страха, религия псевдосмирения, религия вины. Отец Александр эти вещи отождествляет. Все это соблазны, все это прелесть. Но до чего же она сильна не только в мире, но и внутри церкви? Почему-то у религиозных людей радость всегда под подозрением. Первое, главный источник всего, да возрадуется душа моя Господи. Страх греха не спасает, а греха радость о Господе спасает. Ну, насчет вины есть что действительно отметить. Дело в том, что категория вины, вообще презумпция виновности, как бы некоторой априорной позиции по отношению к человеку, она, конечно, с одной стороны, основывается на догмате о первородном грехе, о том, что все мы являемся наследниками первородного греха, и, собственно говоря, ну, вот, поскольку соучастники, наследники, то мы должны разделять эту вину. Но вот это представление о виноватости человека, оно оказывается еще и схемой субординации, схемой отношения, моделью отношения одного человека к другому, который от другого ждет признания этой вины. То есть не каждый сам оказывается ответственным за то, признает он или не признает свою вину перед Богом, а как бы от него требует это другой человек. Это в рамках общества, в рамках церковного социума получает вот такое уже некоторое поведенческое оформление. Но для русской традиции это особенно актуально, тем более, что у нас действительно понятие вины, вообще культура вины в России, она была, ну, по-своему особо актуализована и прописана в сочинении классиков. У Гоголя есть в избранных местах переписки с друзьями слова о том, что каждый перед каждым виноват. В одном из диалогов старца Зосимы, братьев Карамазовых, есть такие слова. Но поэтому это создает дополнительное поле. Сейчас я понимаю, что времени очень много. Значит, что получается? Получается, что вот это усвоение вины, оно вкладывается не только в поведенческие уже формы, но и в богословские. Есть учебник по нравственному богословию, по которому учатся студенты из Тихоновского института и части студенты Московской духовной академии, протоиерея Владислава Свешникова, очерки христианской жизни, очерки христианской этики.
И там прямо сказано, что важен сам по себе момент неправоты. То есть уже это возводится в отдельную ценность, которая инкриминируется человеку даже только еще вступающему в сознательный возраст. Ему предлагается покаяться, отмечает Владислав. Даже если этот человек всего лишь 7-8 лет от роду, покайся, то есть признай себя виноватым, виноватым, то есть неправым. И так исподволь полусознательно начинающему идти путями правой жизни открывается переживание собственной неправости. Отец Всеволод Владислав называет такое переживание чрезвычайно важным компонентом смирения, действенность которого тем больше, чем серьезнее и интенсивнее действует норма вместо самооправдания, крайнее самообвинение. Отец Владислав, однако, говорит, что самообвинение человека не должно выходить по содержанию за рамки адекватности, однако в условиях общего вектора церковной аскетики, отказывающей человеческой воле правоте по существу, такой алиби оказывается достаточно проблематичным. Тем более, что для русского читателя церковного особую ценность представляют все-таки вот популярность, ценность труды Игнатия Брянчанинова, который тоже этот момент усиливает и подчеркивает чисто такую монашескую парадигму, для монашеского опыта важное, что делать евангельских заповедей, сличая с возвышенностью и чистотой все святых заповедей свое исполнение их, постоянно признает это исполнение крайне недостаточным, недостойным Бога, он видит себя заслуживающим временной и вечной казни за согрешение свои, за нерасторгнутое общение с сатаной, за падение, общее всем человеком, за свое собственное пребывание в падении, наконец, за самое недостаточное и часто превратное исполнение заповедей. Опять-таки, это максима, которая обращается к монашеству, но оказывается, она достаточно популярна среди мирян, и миряне начинают в рамках социума, в рамках социальных отношений эту максиму уже притворять в поведенческие нормы и в отношениях друг к другу. Как хорошо афористично сказано в одной из православных прихожанок, такой литературно одаренной, Натальи Холмогоровой, когда у нее был конфликт с некоторым внутренним непониманием, она говорила так, что я научилась смотреть на себя как виноватую, но я научилась смотреть на других как еще более виноватых и получать от этого удовольствие. Собственно говоря, то, что мы имеем в практике, может быть названо как индоктринация вины. Тот же отец Владислав говорит, что нужно почаще вспоминать свои подлости и низости, несовершенство человеческой природы вообще. Ну, не говоря о том, что церковный язык оказался наполнен таким натуралистическим клише, как падение, непотребное человеческое естество, нечистота, осквернение, греховность, омерзительный запах греха, рубище, самообольщение, бесовская прелесть, окаянство, ну, и можно дальше продолжать. На самом деле, это не так просто, я не хочу сказать, что это вот, я не хочу выступать с точки зрения, чтобы как-то это было воспринято, как некоторый такой либеральный критика, там, вот, опрессизма и опрессивности по отношению к человеческой природе, потому что вообще-то, согласно теории Дюргейма о сакральности, согласно вот его социологическим, его и школы даже, школы Дюргейма, сакральное всегда сопряжено с ощущением нечистоты и с амбивалентностью, вернее, амбивалентностью того, что сакральное, с одной стороны, возвышает оно бесконечно свято, при этом оно сопряжено с некоторым ощущением границы. Границы и ощущением амбивалентности. То сакральное, которое перестает быть святым, оно становится, может быть, абсолютно наоборот, неприкасаемым. То есть, или наоборот, тот же человек, который умирает сначала, если это праведник, все-таки тело умершего считается не тем, к чему нужно прикасаться, но по какому-то времени, если этот праведник почитается как святой, то он уже становится, и его мощи начинают почитаться как святые. Я, может быть, не очень это детально говорю, потому что не хотел бы на этом вопросе отдельно сейчас заострять внимание, потому что надо уже заканчивать. Но я хочу сказать о том, как вина притворяется, как она заложена в церковном этикете. Когда подписываются прошения вообще в церковном протоколе, когда священник, ну, по крайней мере, у нас в Московской Патриархии, я не знаю, как в Польше, это очень интересно, кстати, узнать, я забываю спросить. Когда подписывает один работник заявление, оно называется не заявлением, а прошением, обращает по отношению к начальнику, он пишет всегда «недостойный послушник вашего преподобия» или «вашего высокопреподобия», или «нижайший послушник», но обязательно, как правило, «недостойный». У нас вот в ВВЦС, кстати, Кирилл, который возглавлял
сегодняшний патриарх, бывший митрополит Смоленский, Калининградский. Там тоже такие формы были и есть. И человек подписывает это прошение, недостойный послушник вашего высокопреподобия, там, раб Божий. Вот, с одной стороны, это проявление внутреннего сознания, с другой стороны, это формализация, когда человек априори должен себя считать, или не просто считать, а продекларировать, как недостойный, продекларировать как бы вот свое вот это, значит, самомоление. Но когда это происходит, то в конце концов к этому появляется элемент привыкания, когда человек к этому привыкает. И в конце концов, оказываясь вот таким тотально виновным, виновным априори, к чему это приводит? Потому что человек оказывается не виноват вообще. Если я во всем виноват, если я в целом виноват, то как мне тогда увидеть какую-то конкретную вину? Тогда уже труднее. То есть чем больше человек виноват в целом, тем меньше он виноват в конкретности. Вот эта схематизация, она как раз, вообще, собственно говоря, сама по себе проблема схематизации церковной жизни, она была поставлена Шмеманом необычайно актуально. И я бы хотел в этой связи обратить еще на один момент. Это противоречие между частным и целым. В церковной жизни, в российской церковной жизни стало превалировать отношение, вернее, видение задач, как некоторая целая программа спасения России, программа спасения молодежи, там вот соблазн, программа вот спасения вот целого. И наблюдая, сейчас, простите, уже я понимаю, наблюдая, как это происходит, когда устраиваются гигантские конференции, гигантские форумы, там на несколько тысяч человек, вот, они проходят в Кремле, там, в Государственном Кремлевском дворце. Это оказывается все вопреки и в ущерб отношения к реальным людям. Получается ситуация, когда, допустим, финансы находятся на то, чтобы позолотить билет на какой-то церковный соборный форум, найти художника, который эти билеты напишет, макет там заплатить, но при этом не заплатить тем людям, которые эти билеты там реально печатают или там готовят. То, что это можно сделать во славу Божию, это можно. То есть получается такая ситуация, как в романе «Братья Карамазовы», когда старец Зосима приводит признание одного доктора. В мечтах, я нередко, говорит, доходил до страстных помыслов о служении человечеству и, может быть, действительно пошел бы на крест за людей, если бы это вдруг как-нибудь потребовалось. И между тем я двух дней не в состоянии прожить ни с кем в одной комнате, о чем знаю из опыта. Чуть он близко от меня, вот уже его личность давит мое самолюбие, стесняет мою свободу. Я, говорит, становлюсь врагом людей, чуть-чуть лишь те, кому мне прикоснуться. Зато всегда так происходило. Чем больше я ненавидел людей, в частности, тем пламенней становилась любовь моя к человечеству в целом. Ну, и вот, наверное, думаю, что на этом я закончу. Может, здесь сказать, что какие-то вопросы будут, уже тогда поясню. Потому что невнятно проговорил сейчас. Спасибо. Ну вот, доклад Бориса Кирилловича, да, он продемонстрировал такую, как бы, интересную метаморфозу, что ли, что будучи акцентирован в плане социокультурного исследования, да, и, вероятно, можно было ожидать каких-то социологических подходов, да, или вот, так сказать, продолжение нашего самодеятельного религиоведения на этот счет. Но по содержанию в центре действительно вот этих феноменов исследуемых, да, в плане их подоплеки, да, в докладе обнаружилась богословская проблема, на самом деле, да, это проблема вины, что действительно показывает такой, как бы, интересный синтез и переход от привычного анализа эмпирии, который мы уже, как бы, считаем как должное. Да. Это не предложение Дюргейма, хотя Дюргейм здесь цитируется, но такой богословский подход. Так, пожалуйста, вопросы какие будут сейчас? Начнем в порядке очередности. Олег Валерьевич, не по родственным связям, а по очередности. Начального тезиса вашего доклада о школах православных и православном образовании в России. Да? Ну, видимо, вы знаете статистику, видимо, представляете себе картину образования у нас в Петербурге и так далее. Вы немножко
вот, к сожалению, вот те 100-150 школ, которые дают сегодня православное образование в России, ну, общее, среднее, да, вот, они действительно не дотягивают до, порой, до, ну, большинстве своем, до образования светских учреждений такого же типа, да. Вот. На ваш взгляд, чем это связано конкретно? Ну, преподаватели вроде бы те же самые, которые ранее работали в государственных школах, пришли в православные школы. Вот. Программы базисные, они тоже должны вроде бы выполняться в православных школах. И тем не менее, действительно, вот, поскольку я сам более 15 лет преподаю в православных школах Петербурга, вот, могу сказать, что на самом деле почему-то вот, там 10-11 класс, все дети участвуют там в постижении, там, приобретении знаний при помощи репетиторов, вот, тогда как даже при поступлении, вот, они могут максимум продержаться, ну, некоторая часть, это процент, до первого семестра, поступив в вузы, а потом, к сожалению, вот, бывают отчисления, в то время как их же сверстники в государственных школах, оканчивая гимназии, там, лицеи и так далее, они более конкурентоспособны. Вот чем это связано, вот, на ваш взгляд? Какой выход вы, ну, предлагаете или видите, или можете предположить? Как? Спасибо за вопрос. Ну, чтобы быть кратким, на та проблема, которая есть на поверхности, это дефицит солидарности в церковном сообществе. Но это следствие, это уже не первичная, как мне кажется, проблема. В чем она заключается? В том, что приходская жизнь, вообще церковная жизнь, она очень партикулярна по своей, как бы, сути, системе, вернее. Потому что священник, об этом, кстати, хорошо сказано в статье Георгия Крылова, священника Георгия Крылова о корпоративности в церкви. Если кому-то интересно, то могу дать ссылку. Там сказано, что корпоративная культура нашей церкви такова, что священник очень в большой зависимости, или вернее страхе, находится перед архиереем. И вообще специфика субординации такова, что важно показать некоторые, в общем, демонстративные какие-то вещи, явить там восстановление храма, какой-то вот хороший прием, какой-то вот такой вот, там, когда колени у священника дрожат перед... Почему колени у священника дрожат перед архиереем? Это я цитирую слова священника, отца Георгия Крылова. Может, у него дрожат, может, у кого-то другого не дрожат, но он говорит о целом корпоративной культуре. И есть некоторая такая партикулярность, потому что каждый отвечает за себя, понимает, что если он не сделает, то как бы вряд ли кто-то заступится за него перед архиереем. И получается, ну, об этом можно по-разному говорить, но ситуация такова, что нет единого какого-то все-таки соработничества, взаимопомощи, солидарности между нас в России, как правило, опять-таки, я не говорю про всех, как правило, между приходами. Когда один приход создает гимназию, то другой приход ему не помогает, как бы другой приход отвечает за себя. Вот в одном приходе есть священник, есть, который захотел это сделать, он создал гимназию, он действительно всех сил в это вкладывает, он даже там своих, конечно, если он настоятель, он включит, наверное, дело и вторых, там, третьего священника, и паству. Вот. Но другие приходы ему не помогают. Более того, ему не помогают на уровне благочиния. Потому что благочинный, опять-таки, отвечает за какие-то другие вещи, образование не является чем-то приоритетным. Еще в условиях российской ситуации приоритетным оказывалось все-таки восстановление стен и, извините, золочение куполов часто. Тем более в Москве, когда там требовалось со стороны Лужкова, со стороны правительства показать, что вот хороший вид, и это можно показывать как картинку, как некоторые вот привлекательную, в том числе и для иностранцев вообще. Вот, то это все усилило, этот дефицит солидарности, и даже призывы, например, святейшего патриарха Алексия в свое время помочь не только гимназии тоже, а Московской духовной академии, когда оттуда уходили профессора, потому что они получали зарплату меньше, чем уборщица в обычном там магазине, потому что им не на что просто было существовать. Это было вот в 99-м. В 2000 году были обращения, прямые обращения к патриарху Алексея. В 2004 было обращение, прописано просто в соборах, архиерейских соборах это прописано. Но они не вызывали действия.
В конце концов, вопрос был решен тем, что Московскую духовную академию прикрепили, поставили на баланс Троицы Сергиевой Лавры. Вот. Монастыря богатого, который вот, ну, просто в вот силу того, что вот делаете так и все, директивные решения. Вот. А консолидации не было. И сейчас, кроме того, есть этот партикулизм, он еще проявляется в отсутствии преемственности, потому что после того, как пришел патриарх Кирилл, после кончины патриарха Алексея, стали менять председателей синодальных отделов, то каждый новый председатель создает все заново. Он не учитывает опыт предыдущего. Тоже, например, ситуация в отделе по социальной благотворительности. Приходит новый председатель, он полностью уничтожает сайт, вообще всю базу информационную, которая там была до этого, и создает все заново. Он хорошо создает, неплохо создает, но вот то, что было, до этого уничтожит. То же самое в отделе гвоздного образования. Вот, подобные вещи происходят и в епархиях, когда назначается новый епископ, как бы все получается, создается заново. И здесь проблема, мне кажется, еще такая есть важная проблема, это отсутствие репрезентативности личности, культуры репрезентативности личности в епархии, вообще в церковной жизни, потому что когда посмотришь на сайты, проанализируешь просто вот форму отражения церковной жизни, описания церковной жизни на наших российских сайтах, в большинстве это 80% связанная информация с тем, что сделано при участии епископа. Но ведь не только епископ участвует, и, наверное, не на 80%, потому что гимназия создается все-таки реальными людьми, которые там в это вкладывают. Но вот сама форма подачи, сама форма вот как бы вот корпоративного такого выражения, она вот такова. И здесь еще, конечно, нужно сказать вот этой культуре вины, которая очень сдавливает человеческую, ну, может быть, не самое лучшее слово инициативы, энтузиазм, но во всяком случае запугивает человека, который предпочитает вообще-то лучше не соваться. Если у него есть какая-то инициатива, даже там сказать о том, что в гимназии идет процесс неправильно, что, допустим, на паломничество слишком много людей отправляют, и там вместо того, чтобы английский язык изучать, вот там люди поехали там молиться, и это входит в противоречие некоторое. И тут получается, что человек в силу вот такого этоса, когда он априори должен признавать свою виновность, свое недостоинство, ему неудобно просто сказать о том, что, знаете, а вот вы что-то делаете неправильно, тем более, если директор, там есть духовник, как правило, в гимназии, ему неудобно сказать священнику, что, знаете, вот вы, батюшка, зря отправляете людей во время уроков. Или что вы, вот, знаете, это, конечно, хорошо, но при этом все равно паломничество, оно не компенсирует недостаток знаний. Мы не можем потом при поступлении в университет вместо там экзаменационного билета написать, знаете, мы паломничество ездили. К сожалению, вот, ситуация такова. Может быть, с университетом что-то не то, может быть, тоже, на самом деле, может быть, это другой вопрос, там, наше отчуждение образования, это отдельный вопрос. Но вот эта категория вины, это вот эта запуганность, вот эта сдавленность, она вообще не позволяет действительно реализовывать тот потенциал, который есть у церковных людей, на самом деле, которые хотят послужить не ради финансов, не ради там договорных начал, а во славу Отечества и Церкви. И последний момент еще, извините, пример такой яркий с социальным служением Братства Милосердия под руководством бывшего протоиерея Аркадия Шатова, теперь он владыка Пантелеимон Шатов. Когда в этом братстве, сестричество, извините, сестры милосердия, у них случается такой момент, как синдром выгорания, бернаут. То есть они служат к утешению больных, к реабилитации бомжей, к реабилитации наркоманов, к уходу за тяжело больными людьми. И у них происходит часто просто синдром выгорания, когда уже, ну вот все, вот ничего не радует в жизни, уже депрессия, а им говорят, что, ну, знаете, надо больше либо причащаться, либо больше там, больше, более строгую дисциплину взять, либо, знаете, это нормальный процесс, понимаете? Вот им отец Аркадий говорил обращаться к монашеским писаниям, и в частности приводил пример из добротолюбия, где говорил, что энтузиазм, вообще желание выполнять дело, это не самая лучшая основа для выполнения дела. Вот, знаете, был монах, который хотел руководить библиотекой, создавать библиотеку, его не благословляли на это дело. Вот когда он перегорел,
когда он остыл, когда он уже расхотел заниматься этой библиотекой, вот тут-то его игумен благословил, потому что теперь он будет делать свое дело не ради своего «я хочу», а за послушание. И у нас это опять-таки гипертрофировано, потому что в том же учебнике Владислава Свешникова написана есть такая фраза, что искаженная грехом воля лучше всего исцеляется послушанием принятым сердечно, всемерно искореняется принцип «я хочу», основной принцип греховного бытия. Пожалуйста, Константин Андреевич. У меня такой вопрос. Тоже вначале сказали о расцерковлении, такая вот тема. Нет ли здесь связи некоторой с дневниками отца Александра Шмемана, которые в 2005 году вышли, вызвали некоторую реакцию, и в рамках этой реакции как раз вот эти были вопросы поставлены, расцерковление и выгорание. Потому что и другое, многие люди как раз увидели в самих дневниках. Так прямая связь. Просто действительно можно было благодаря. На самом деле, конечно, расцерковление происходило не потому, что дневники вышли, а говорить стали. Да. Об этом потому, что то есть вышли дневники, они позволили хотя бы эту проблему озвучить. Потому что до 2005, до 2004 года вообще невозможно было. Это я очень хорошо помню. Вот я просто приходилось работать с частью. Хороший очень опыт, я очень благодарен за этот опыт, потому что приходилось работать с несколькими тысячами людей, которые приезжали со всей России с разных церковных приходов на рождественские чтения. И видно было в целом вообще некоторые позиции, установки, которые можно было проявлять, чтобы не показаться не церковным человеком. То есть, к сожалению, тут есть такое, что есть. И нельзя было сказать, что кто-то там вообще устает от церкви, что вообще феномен усталость от церкви может иметь какой-то, так сказать, реальный вопрошающий момент, что это проблема уходящих, что это проблема человека, который недостаточно верит. Если человек что-то не так, то значит он виноват, значит он что-то такое. Нельзя говорить, что, то есть вообще нельзя ставить вопрос о том, что в церковной жизни что-то там может не так, значит человек виноват. Вот, но когда вышли дневники отца Александра, действительно такой разговор оказался возможен. И его, конечно, больше всего повел отец Петр, у нас в Москве, отец Петр Мещерин. То есть про само происхождение термина, оно вот... Да, из дневников отца Александра. Я, собственно говоря, смотрю, отец Петр пользуется клише и действительно развивает именно, вот, собственно говоря, в русле тех фраз и понятий, которые вводил отец Александр. Собственно говоря, это даже отдельные понятия, которыми банкетность церкви, парадная бутафория, триумфализм. Да, который проявляется и в церковных общественных форумах, и в некоторых архитектурных, например, храм Христа Спасителя, зал церковных соборов, он уже воспроизводит некоторые монументальные формы сталинского стиля. Об этом тоже есть работа, если кому-то интересно, есть работа Елены Волковой, культурной, о церкви и культуре, о специфике культурного видения со стороны церкви, как церковь выстраивает свою культурную позицию. Хорошо. Так, еще у нас сейчас регламент несколько изменяется в связи с тем, что в 11.30 мы начинаем вторую часть как бы нашего собрания, да, уже как говорили, культурная программа, да. В 11.30 автобус в Свиднице отправляется. Вот, и таким образом, надеюсь, и докладчик, и все участвующие на нас не слишком обидятся, да, если вот нам придется действовать как-то более сжато. Сейчас. Едет вся группа. Вся конференция. Да, вся конференция. Я хочу пунктуально. Если нас там чуть-чуть, кто не должен, если нас чуть-чуть до автобуса, то заставить. А также отец Михаил буквально вот так. То, что сейчас говорилось, все это очень близко, узнаваемо для нас, особенно те, кто живет в церкви, осуществлять пытается себя в ней во всех отношениях. Конечно, он не может не переживать душой, всем своим существом за все то, что происходит. Потому что то, что сказано, действительно, это правда, все это неутешительно.
и будет иметь свои тяжелейшие последствия, конечно же, через которые церковь наша не раз уже проходила. Хочешь в эту церковь иди, хочешь в ту до 17-го года, пожалуйста, да, но потом Господь всю огню просто предал и ни на что не посмотрел, ни на золото куполов, ни на наследие, ни на преемство так называемое, да, те же самые русские люди, мы вчера об этом очень долго говорили, как себя вели, вроде русские крещенные люди. Ну и опять же, дневники Александра Шмемана, они своего рода служили такой вот пищей для того, чтобы поднять свой голос, выйти из так называемого, да, рабского состояния послушания, псевдосмирения. Но вот здесь вот опять же, да, если мы будем впадать в крайность просто человеческого рассуждения, ведь церковь, она руководствуется Духом Святым, точно так же, как руководятся так называемые, да, простите, да, может быть, зарежет слух, да, святые отцы, опять же, вопрос о святости разговаривают, на соборах, когда они проходят, мы видим, что там ни о каких евангельских спорах благочестивых речи вообще подчас не идет, там практически идут выяснения отношений, но все-таки, мы имеем выстроенную, да, систему постановления вот этих вот рамок, и разбираться нужно конкретно, как в любой духовной жизни, правда, по пунктам, где собираются лучшие люди, там будут лучшие отношения. И почему, вот мне, конечно, это тоже очень больно осознавать, это действительно так, что в церковных делах, когда вот литургия перерастает в стены храма, да, образуется какое-то дело, школа. О школах 10 лет мы говорили о том, что это просто, ну, наконец-то, ну, вот, наконец-то, да, что-то у нас. Сейчас мы видим, как они умножаются. Видим, как они переживают болезни роста, но да, по факту получается, что в церковных взаимоотношениях мы зла и проблем видим больше, чем в светских организациях, которые вроде выстроили уже себя, да? Но там опять же, да, почему родители отдают своего ребенка все-таки в православную, да, чем в светскую? И здесь момент, на который, наверное, каждый человек должен ответить. Пускай будет у нас вот так, да, но я все-таки в православную. Да. Ну, что говорить еще здесь? В спектре евангельского благочестия отец Евгений, да, оказываются хромые, убогие, увечные. Да. Но так не получается, так называемого благочестия. Да, да. Евангельского благовестия. Да, евангельского благовестия. И Господь говорит, что вот вы праведники, да, вните себя, так говорю, но впереди вас идут прелюбодеи и грешники, кающиеся, да, кающиеся. Потом вы отстроили момент вины. Вот это также, то тоже наша очень большая проблема. Есть слова такого одного покаявшегося разбойника Константина Кинчева, да, который говорит, здесь даже первый номер глядит, как загнанный зверь, да, первый номер, он глядит, как загнанный зверь. Что говорить о рабах, да, которые вроде им даны в управление огромные хозяйства, да, но в то же время не дано никаких ответственностей. И в любой момент он ощущает, что с него могут спросить, а что спросить, сам не знает. Поэтому вот это дрожание коленей и вот это вот подобострастное, да, ваше высокопреосвященство, смиренный послушник и богомолец, о чем отец Александр пишет и возмущается этим всем. Не хватает действительно, правильно, как Олег Евгеньевич говорит, вот присутствия продуманности, да, разума, да, подчас, все интуитивно как-то. Но опять же, тоже может быть крайность, верно? Ведь если мы вспомним императора, когда он входит в Александровский дворец, и никто не отдает ему честь. Ведь это же тоже очень важный момент, когда мы теряем вот эту вот грань отношения, когда у нас полная либерализация, когда мы стираем грань, да, вот этого алтаря, да, вот все, мир врывается в алтарь, и мир саморазрушается. Отсутствие иерархии. Поэтому все то, что нам дано как форма, должно быть наполнено правильным содержанием. Она может быть гипертрофирована, что мы видим кругом вокруг, но все это тоже рано или поздно рухнет, и за это придется дать ответ. Вот. Очень радостно, что появляются такие люди, как вы, как думающие, подобные вам, они обнажают эти проблемы, они заставляют задуматься и самих архиереев, и людей, более активно включиться, да, в работу, осознавая, что как вот нет подданных, нет и короля, нет любви, да, нет и епископа.
нет и священника, нет и церкви. Как вот, например, да, я, вот, мать твоя гулящая женщина, да, ну ты бросишь в нее камень, да? Конечно, это же твоя мать. И вот отношение к матери, ну, вот, к церкви, как к матери, оно, наверное, должно побуждать к тому, что пускай там я карты эти позолочу, да, или там пускай я сделаю, пускай мне ничего за это не будет, да, но я все равно это сделаю. Наверное, так вот и руководилась церковь всегда, вот такой вот жертвенностью. То, что мы допустили, и то, что мы разбираем сейчас, это должно было быть решено еще в середине 19 века. Но уж так получилось, что на нас легла такая задача непосильная. Слава Богу, у церкви сейчас какая-то свобода, но что это за свобода, опять тоже нужно разбираться. Ну, в любом случае, вам спасибо, если поход. Спасибо вам, отец. Можно? Да, пожалуйста. Отец Михаил, действительно, еще я хотел тоже... что я рассматриваю этот вопрос, ставлю действительно как вопрос о том, как вообще, насколько возможно ли действительно в нашем мире какая-то сопротивление, ну, во всяком случае, оставить свои границы хотя бы, или как-то не давать возможности, ну, или приостановить возможность вот этой той же либерализации, либерализации жизни, которая идет. А что для этого? Это все-таки предполагает некоторую социальную самодостаточность церковного социума, что люди, которые работают в церкви, которые там себя реализуют, они имеют некоторую самодостаточность, в том числе и социальную, то есть они получают какие-то там, может быть, минимальные зарплаты, которые позволяют семьям жить, позволяют вообще не идти на светскую работу, там, на куда-то заниматься программированием или в сельских фирмах, которые совершенно не связаны, там, может быть, или наоборот, вообще, или в бизнес, не спрашивать у бизнеса, не спрашивать у государства. То есть получается так, что церковь вынуждена все время с протянутой рукой быть перед государством и заискивать перед бизнесом, потому что он дает деньги, и на эти деньги можно те же вроде бы социальные инициативы развивать. Но нет внутренней самодостаточности, которая позволяла бы быть независимой от этого бизнеса и от того же административного ресурса. Давайте, можно, господа, простите, вы дискуссию сейчас. Еще не перенести ее во что. Ну хорошо, и последний тогда можно я еще. Утешение некоторые, то, что я положительной ноте, то, что есть такой эффект Милгрэма, может быть, знаете, потому что когда в социальной среде есть максимум мажоритарное окружение и есть минимальная группа людей, которые в этом окружении, ей очень трудно действительно выстраивать какую-то свою линию поведения. Действительно, церковь все-таки находится в секулярном мире. И это миноритарное, все-таки это меньшинство. И поэтому вот эти вещи, как бы, и конфликтности, конечно, они сказываются, конечно, сказывается общая ситуация, вот, противостояние с этим миром. И тут просто социологически, чисто вот для неверующих людей, даже можно сказать, если нас спрашивают, почему у нас так, можно сказать, что, знаете, социологически, и смотрите, эффект Милгрэма. Люди должны были давать ток высокого напряжения, который мог убить других людей, но они видели других людей, которые рядом их окружали и заставляли это делать, и это делали. И они под воздействием общества действительно давали такой ток высокого напряжения, только на самом деле там не было этих людей, но им это не говорили. То есть получается, что мы даем действительно ток высокого напряжения, потому что мы окружены вот такой высоковольтной ситуацией. Вот. Поэтому это чисто вот с точки зрения уже социологии можно как бы такое объяснение приводить. Спасибо. У меня уже появляется чувство вины. Несколько неожиданно тоже будем сейчас такой знак слышать. Могу что-то сказать по поводу. Не чувствую себя правильно. Да, сейчас я... Высказаться по поводу тоже. Насчет конференции, значит, в теме конференции могу? Конечно. Сейчас я... Не по поводу графику провождения. Конечно, разумеется, мы ждем этого. Я пришел сказать по поводу доклада, что действительно очень хорошо, что у нас появился в нашем кругу такой человек. Вот, наш. И много тем, которые требуют дальнейшего обсуждения, например, проблема греха и вины возникла здесь, да, вот это самое. Да, каким образом возможно осознание греха, не впадая в чувство вины? Но об этом мы уже говорить сейчас не можем. Да, вот это удивительное состояние нашей, и опять термин из доклада,
Бориса Кирилловича консолидации сохраняется. Надеюсь, ну, с Божьей помощью у нас это все получится и в дальнейшем. Да, продолжение как бы этого разговора в разных способах, может быть, статьи, да, в интернете. Святися, новий Єрусалиме, слава Богосподня на тебе воссия, ликуй нині і веселися Сионе, ти же чистая красуйся, Богородице, о Господи Рождества Твоєго. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і веселися Сионе, ти же чистая красуйся, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй, Господи. Христос воскресе! Христос воскресе!